Шеф-повар Максим Григорьев. Молоко со специями. В Индии к молоку особое отношение. Там считают, что молоко нужно употреблять либо до восхода солнца, либо после заката. Днем же молоко плохо усваивается. Они называют молоко напитком темного времени суток. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Гвоздика 3 штуки. Имбирь сухой 2 щепотки. Корица молотая 3 щепотки. Мед 1 чайная ложка. Молоко 250 мл. Мускатный орех молотый 2 щепотки. Шаг 1. Для рецепта понадобится молоко, мед, мускатный орех молотый, корица молотая, имбирь молотый, гвоздика. Шаг 2. Налить 250 мл молока в небольшую кастрюлю, поставить на плиту и довести до кипения. Шаг 3. Когда молоко закипело, то сразу выключить плиту и добавить все специи: 3 грамма гвоздики, 2 щепотки имбиря, 3 щепотки корицы, 2 щепотки мускатного ореха в молоко. Перемешать и оставить минут на 10-15 настаиваться. Шаг 4. Вынуть ложкой палочки гвоздики или аккуратно перелить молоко со специями в другую емкость так, чтобы палочки гвоздики остались на дне в кастрюле. Шаг 5. Добавить в молоко со специями 1 чайная ложка меда. Тщательно перемешать. Шаг 6. Молоко со специями готово. Пить теплым. Специи оседают на дно, поэтому перед приемом лучше перемешать. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.